Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне, гости! Как ваши дела? Как ваше настроение? Есть ли у вас желание и настроение прогуляться по такому красивому, украшенному новогоднему торговому центру? Сегодня нам 26 декабря, после Рождества, мы вышли немножко прогуляться. Как ни странно, сегодня торговый центр был открыт, но некоторые магазины внутри были закрыты. Вот, искала я себе ботинки красивые, нашла 4 пары прям, все 4 мне понравились, но я не смогла определиться, на каких мне остановиться и какие взять. Поэтому я приехала домой посмотреть фотки, видео, обдумывать, а потом, когда решусь, вернусь за той парой, которую я выбрала. И еще напишите, пожалуйста, в комментариях, я пронумеровала все ботинки, которые я примеряла, какой вариант, какие ботинки именно вам понравились больше всего. Мне очень интересно посмотреть, совпадает ли ваш выбор тем, на котором я остановилась сегодня. А сейчас давайте прогуляемся, я вам желаю приятного просмотра. Если вам понравится этот ролик, поставьте, пожалуйста, мне лайк и не забудьте прокомментировать этот ролик. И еще я добавлю немножко сюда нашу прогулку из парка города Стенде, такую релаксирующую, такую спокойную после городской суеты природную прогулку. Надеюсь, вам понравится. Как вам ботиночки? Стоит 109 евро, без скидки. Итальянские кожаные. Шикарно. Надо еще посмотреть. Thank you.
так сильненько, красиво. Очень удобно. Вообще не чувствую их на ножках. Короче, вот они. 160 евро они стоят. Красиво. Сколько детского счастья тут, смотрите, подарочки, красота. Тут есть и вегетарианские, и обычные, можно выбрать. Хочу Рэйчел зайти. Да? Две мишки. Тут очередь. Много народу внутри. Всем привет! Сегодня прогуляемся по парку, вот по этому. Находится он в городе Остенде, недалеко от нас. Вот тут маленькие озера, прудики, очень огромный парк. Площадь какая у него? Не указано. Короче, пойдемте погуляем. У нас как будто еще осень. Где зима? Где снег? Везде морозы и снег, а у нас еще осень. Сколько нам градусов? Плюс 10 сегодня. Плюс 10 будет. Тепло очень. Это очень огромный парк. Гуляем тут. А вот тут лежит вот скутер, самокат электрический. Их можно арендовать в городе Остенде, в Брюгге. У нас тоже они. Вот когда свое время заканчивается, бросают. А по GPS потом приезжают за ним владельцы и забирают. На нем установлен GPS. Вот так он лежит. Туман сегодня небольшой, но очень тепло. Давно не выходили, такой огромный парк. Решили сегодня прогуляться. Не хочется постоянно дома сидеть. Упс, упс, упс. И скутер чуть не наехал. А здесь озеро. К озеру. Вот это поле ежевик. Нет, не это. Да, там посередине тоже была ежевика. Вон там еще зеленый газон.
Здесь как будто засуха. Когда идешь рядом с этими, с этой травой, чувствуешь себя, как будто ты в Африке. Газон зеленый. Мой сын всегда тащит с собой в парк дрон. Хочет здесь запустить его. Смотрите, как согнулось это дерево. Вот так. Тут рыбачить можно. Вон рыбак сидит. Вот. Полетела, полетела! Это не утка, это какая-то другая птица. Не знаю, как она называется, не помню. Вот тут какие-то птицы огромные. Не альбатросы? Вот прилетела еще одна. Альбатросы, чайки, что-то такое огромное. Под мостом идем. Висячий мост. Короче, прогуляли хорошенько по этому огромному парку. Он очень красивый. Тут так спокойно. Разные птицы. Да, видите, вот эта птица. Что это за птица? Большая. Туман надвинулся над нами. Наверное, сейчас пойдем в какой-нибудь кафе, а потом домой. Что, пошли? Пошли дальше. Так, в Rituals я купила вот два таких средства. Это пена для душа с индийской розой и снежным миндальным маслом. Смотрите, как флакон переливается. Очень красивый аромат. Аромат, знаете, какой, как у нишевых духов, как у нишевых парфюмов. Это пена для душа, а это гель для душа. Тут 200 миллилитров. Вот он. С молочком и черри блоссом. Это цвет дерева сакура. Вишня, да? Цветущая вишня. Аромат очень приятный, очень красивый. Я очень люблю средства для ухода от вот от этого бренда, это Rituals. Очень ароматные средства у них бывает. Особенно люблю вот эти две линии и морская еще свежесть у них такая. Бирюзовые флаконы, да, вот эти тоже мне нравятся. Вот такие небольшие упаковочки обошлись мне 17 евро. Каждое средство стоило по 8,50. Вот. Они у меня закончились, надо было докупить. Вот такой мини-влог у меня получился. Надеюсь, вам понравилась прогулка. Еще, пожалуйста, напишите в комментариях, каких из номеров ботинки, обувь вам понравилась. Я так и не смогла из этих четырех одну пару выбрать. Приехала домой, вот сейчас уже решилась. Я выбрала уже одну пару, мне надо
на следующей неделе поехать и купить себе пару, которую я уже определилась, которую я уже выбрала. А вы напишите, какие из этих четырех вам понравились в комментариях. Мне будет очень приятно, хотелось бы посмотреть, кому что понравилось. Может, многим понравилось то, что я выбрала. Так интересно. Ну что, девочки, на этом я завершу этот влог. Всем спасибо за вашу поддержку, за ваши добрые комментарии, за ваши щедрые лайки. Всем желаю вам мира и добра. Всем пока-пока.